70-летие поселка Развилка отметят в сентябре. Чтобы подготовиться к юбилейной дате на высоком уровне, был создан оргкомитет праздника. В него вошли сотрудники администрации, депутаты поселения и активные жители. Общая концепция всех мероприятий, посвященных Дню поселка, носит название «От чистого истока». Ведь на Развилковской земле существует уникальная система каскадных прудов, а рядом протекает Москва-река. Учитывая, что 2017 год – это год экологии, мы тоже, как одним из составных концепций нашей, видим, что наши водоемы все должны вернуться к чистым истокам. То есть нашим водоемам необходимо чистую воду. Также планируется сделать исторический фотоальбом с хронологией развития поселка. Для этого создана краеведческая рабочая группа, основной задачей которой будет сбор материалов. Мы будем общаться с местными жителями, собирать старые фотографии, газеты, любую информацию от людей о их предках, о тех, которые есть в живых, о тех, которых уже нет. Нам важна любая информация. В архивах найден один из старых номеров газеты «Газовая магистраль», где напечатана статья Акиме Матвеевиче Сульженко. В тяжелые послевоенные годы, после запуска газопровода «Голубой поток» из Саратова в Москву, он стал одним из основателей поселка Развилка. Сульженко был главным инженером управления эксплуатацией газопровода, вот этого, Саратов-Москва. Вот. Затем он, значит, после окончания строительства, значит, возглавил строительство опытного завода в ней газ, вот, который поныне существует. У новой детской школы искусств поселка к празднику появится аллея основателей. На стендах будут расположены портреты газовиков и первостроителей с краткой информацией о них. В течение всего года состоится множество мероприятий, посвященных 70-летию развилки, а заседания оргкомитета будут проводиться еженедельно. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.